Привет, ребята. Всем привет. Ой, всем привет, ребята. Я уже чихаю. Вы на канале Ирочка Инфо. И сегодня у нас немного грустное, немного веселое видео. 50 на 50. Ребята, у нас для вас сногсшибательная новость. Почему у нас тут столько вещей, вы да. еще не знаете. Еще никто не знает, почему у нас такой ужасный фон, коробки и столько много вещей. Так, смотрим внимательно на камеру и говорим: ребят, мы переезжаем. И это не пранк. Это не пранк, это не розыгрыш, это действительно все реально, потому что к этому и шло. Вы видели, здесь мы рвали обои, мы как бы должны были все это переклеивать. Ребят, мы переезжаем, и с одной стороны, конечно, мы очень рады с Ирочкой. Ирочка мечтала давно о переезде. Иди дай папе тарелочки, Андрюш. Но с другой стороны, я очень буду скучать по моей комнате. Мы очень рады, что мы переезжаем в другой район. Мы не будем говорить, куда мы переезжаем, в квартиру, дом. Потом вы все это увидите и узнаете, и посмотрите, что там, и как, да, и как, и какая площадь, и что нас ждет. Ну, а с другой стороны, ребята, у нас ностальгия. Сейчас расплачусь. Я уже. Ностальгия, ребята, по нашему двору, по нашим соседям, по нашим друзьям, знакомым, даже по нашему магазину. Я говорю, даже нам карточка теперь не понадобится. У нас тут все просто рядом, и магазин, и все, и родники, все. А ну так, тихо, нельзя плакать на видео. Да. Я же не видовать даже у меня эмоции. У Ирочки эмоции, но самое главное, ребята, что Ира сама: мам, когда мы переедем, когда у меня уже будет другая комната, моя, в которую Андрюша не будет заходить, когда у меня все это будет, о чем я мечтала, потому что я хорошо закончила школу, Ира все время говорила, я сдала экзамены, и вы мне обещали, что у меня будет другая жизнь, интересно о том, о чем я мечтала всю жизнь, да, Ирочка? И сейчас у нас ностальгия, потому что мы начали вот собирать эти все вещи, видите, уже кнопки. Здесь огромная вообще гора Ириных вещей, она уже все это начала все себе... Это вещи, нет. Да. Это не все ну, вещи. Придется тебе все упаковать в коробках вещи, а потом еще... У меня очень много тут зимних, я их оставлю, потому что все сразу... Да, мы их просто физически, ребята, не сможем все это сделать. Приезжайте, но, помогите нам! Но самое крутое, что эта квартира не продается, ребят, не волнуйтесь. Но мы еще не знаем, Ирочка, сможем ее продать, я получится хочу, ли ее честно. Продать. Ира не хочет ее продавать, у Иры огромная ностальгия. Ну, Ира, мы взрослые, у нас другие проблемы, не такие проблемы, как у детей. Но... Ну, дети, конечно же, никогда не пожелают зла, потому что это такие существа, которые им жалко. Дети — это самые-самые нежные существа, это просто существа. Дети — это ангелы. Но я хочу одно сказать. Я думаю, что вы все помните, вы с нами прошли каждый день, через день мы снимаем видео, выкладываем, вы знаете нашу жизнь, вы знаете все про нас, с какими трудностями мы столкнулись, потому что мы с вами как огромная семья. И именно в этой квартире родился наш Андрюша, долгожданный наш сыночек, роднулька Ирочкина, да? Перед видео мы с мамой говорили, если бы я не была бы на диете, все это горе, я бы заедала шоколадом. Если бы Ира не была бы на диете, она все это бы горе заедала бы шоколадом. Причем белым. А, белым ты мне развеселилась. Ну, я хочу, чтобы вы вспомнили вместе с нами, как родился наш Андрюша, ребята. Все радости, которые происходили в этой этом квартире. Доме, да. Как меня встретили после роддома, я была, потому что наш Андрюша родился 8-месячным, очень слабеньким, 2 килограмма. Нет, ну вы видите, в каком состоянии? У нас просто язык переворачивается. И когда я приехала с роддома, потому что я в роддоме была очень-очень долго, не 2-3 дня, как обычно, я была практически 2 недели, и как меня встретила Ирочка, спасибо, как она приготовила кроватку, как мы выбирали коляску, украсила. Как Андрюша начал ходить. Еще нет. Да! Открывай! Вау! Супер! Сделали маме сюрприз? Сделали маме сюрприз! Смотри!
украсили. А? Все новое. Держи. Да, держи. Да, Андрей держит. Да, спасибо большое. Дай поцелуй. Я его поцелую. Давай. Полейка, посмотри, как мамочка тебя тут ждет. Спасибо за сына. Шаламалца. Все, все происходило как в этой квартире. Танцевал. Да, как он начал ходить, первые его шаги, как он ел, как он танцевал. Давайте, ребята, вместе с нами мы сейчас вспомним, как все происходило в этом нашем доме и в нашей квартире. К сожалению, просто мы не можем здесь дальше оставаться, потому что Андрюша растет, и он мешает Ирочке делать уроки. У Ирочки должна быть отдельная комната, а той, которой она мечтала всю свою жизнь. И ради Ирочки, можно так сказать, потому что ей нужна площадь, ей нужна комната отдельная, ей нужен стол отдельный. Мы переходим и переезжаем, ребята. Сейчас у нас головная боль. И, к сожалению, никто не может приехать к нам помочь собрать сумки. Поэтому вся тяжесть, весь груз ложится на Ирочку. Будем все вместе даже ночью упаковывать сумки, потому что у нас буквально 2-3 дня на переезд, ребят. И получается, нам дали 2-3 дня, как бы, чтобы заехать в наше новое жилье. Поэтому 2-3 дня, да, это для нас очень мало. Мы это все-все должны собрать. Представьте, все наши вещи, компьютеры, книжки, тетради, тарелки, морелки, чугуны. Мы должны какие-то продукты купить. Ну, головоломка. Мы сходим с ума, да, от этого всего. Ну, я думаю, что вы рады за нас, вы будете с нашей дружной семьей до конца, и вы посмотрите, какое жилье мы выбрали. Я надеюсь, что оно вам понравится. А я сейчас начну уже собирать вещи. Ира начинает уже собирать вещи. Эта сумка вся будет с моими вещами. Она огромная, туда даже вместится Ирочка. Знаете, как я вот так поставлю сюда сумку, и я сяду на корточек. Мне так будет удобнее. Поможешь мне? Да, тебе давай вначале, да, ты сюда ты уже будешь складывать. А, эти коробки, давай посуду сюда. Мы вначале вот сложим посуду. Эта посуда, да, Ира обязательно ее берет, потому что ей подарила вот крестная, вот эту чашечку и пиалушку, потому что Ира очень любит хлопья, да, завтракать хлопьями. Это посудка Андрюши. Здесь тарелочка и чашечка. Чемоданчик с куклами я тоже беру. Ребята, я не могу без своего кофе. Мой кофе Лавацца, итальянский кофе, поэтому я запаслась, беру с собой две пачки. Потому чтобы не спать. Придется пить очень много кофе, чтобы не спать, чтобы бодрствовать и собирать все эти вещи. Кошмар, я не знаю, как я смогу все это собрать. И когда мы сможем все это собрать. Поэтому, ребята, извините, что мы не успеваем снимать какие-то скетчи, какие-то интересные для вас видео, смешные сценки. Мы будем эти несколько дней просто собирать, складывать, работать без конца. Мы даже, если честно, не успеваем вот в эти дни, когда мы все уже узнали, что мы переедем, документы, одно, второе, беготня. Мы даже не успевали нормально есть, и я даже не успевала нормально готовить. Ира целыми днями сидела с Андрюшей. Да, Андрюша уже. Если еще неделю Ира посидит с Андрюшей, по-моему, он будет ее уже называть мама. Потому что он уже забыл, наверное, как я выгляжу. Ну а вы, ребята, пишите нам в комментарии, угадывайте, куда мы переезжаем, в дом либо в квартиру. Как посмотрим, как вы думаете, да, какое у вас чувство, интуиция, как вы думаете, куда мы переезжаем и что мы купили, дом либо квартиру. Мне кажется, мои подписчики точно угадают. И не забывайте, ребята, подписываться на наш канал Ирочка Инфо, играть с нашим каналом Андрей и Ирочка Инфо и смотреть мои влоги. Кстати, кто не видел, как поздравил меня Андрей, мой муж, на день рождения, у меня был вчера день рождения, то посмотрите, пожалуйста, и увидите, как он меня разыграл прямо на день рождения. Мы даже, можно сказать, и не отмечали мой день рождения, потому что мы заняты, собираем вещи, и у нас кругом идет голова. Вот такая. Простите нас за ошибки, я думаю, вы поймете, у нас просто эмоции, и... Мы просто, я даже не знаю, как мы будем спускаться с этими коробками мимо наших соседей, мимо наших знакомых, когда они все еще, никто не знает, ребята,
первые узнали вы. Еще никто не знает, мы никому не сказали, ни родным, ни близким, ни соседям, что мы переезжаем. Первыми узнаете вы. Я даже не знаю, как мы будем спускаться с этими коробками. Так, все. Ну что, ребята, подписывайтесь на наш канал Ирочка Инфо и будьте вместе с нами. Мы вас очень любим. Пока-пока!